Путин. Вопрос обмена украинских моряков не стоит. В РФ идет следствие по поводу инцидента в Керченском проливе и должны быть получены полные показания военнослужащих ВМС Украины, подчеркнул российский лидер. Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об обмене украинских моряков, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, пока не стоит, так как в настоящее время идет следствие. Об этом в субботу, 1 декабря, сообщила пресс-служба Кремля. Нет, пока вопросы об обмене не стоят, и украинская сторона таких вопросов не поднимала. Сейчас об этом и говорить-то рано, сейчас идет следствие. Нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах, отметил российский лидер во время пресс-конференции по итогам саммита G20 в Буэнос-Айресе. Путин подчеркнул, что должны быть получены и оформлены полные показания со стороны моряков. Путин назвал провокацией конфликт в Черном море. Напомним, 25 ноября спецназ РФ захватил 3 украинских корабля в Керченском проливе. В результате атаки были задержаны 24 украинских моряка, 6 из которых получили ранения. Позже все они оказались под арестом по подозрению в незаконном пересечении государственной границы России. В РФ обвинили украинскую сторону в опасных маневрах во время захода в закрытую акваторию территориального моря РФ, назвав действия Украины в районе Керченского пролива провокационными. В связи с инцидентом Киев и Москва обменялись нотами протеста. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.